Итак, посмотри там по поводу дела на стриме. Там не должно сейчас ничего быть. И потом через 2 минутки. Так, ну команда почти в сборе. Слышь, чё там нормально? Ты следи за стримом, там дилей. Да слежи. Чего там следить? Там нет ничего. Там нет, 2 минуты ждать надо. Ну через типа 120 секунд. Забил бы на задержку. А в общем играет это чувак один, который победил в соло мидкапе. Кто же это? Какой у него ник? Шарлок. Помнишь? Ну, я не следил как бы за этим. Да, ну конечно, тут народу много, да. Так. Скоро должен пройти стрим. Мы же опытные стримеры, мы стримим с дилеем. Потому что мы можем себе это посвоить. Конечно. Не все могут стримить с дилеем. Кто-нибудь еще может подумать на стриме, что у вас ГОСУ неправильно написано? Нет, у нас все написано правильно, так надо. Че, послушай там, задержка есть? Проверю вообще. Слышь, Константин. Ну конечно, тут народу много, да. Итак, слышь? Так, все в сборе. Думаю, сейчас начнется. Команда СО против Канка.
Понял, я понял. У меня был замьючен микрофон, извиняюсь. Отлично, да. Ну, я здесь. Угу. Подожди, там, короче... Сломалась дота у кого-то. Подожди, я почему тебя слышу в доте? Ну, ты не замьютовал меня, что ли? Там галочку поставь. Настройка? Да, настройки аудио. Mute all broadcasters. Как по-русски? Не знаю. Вторая снизу. Левый столбик. А, отлично. Все. Не так. Слышно теперь? Да, все отлично. Но не загрузился. Да, походу придется пересоздавать. Отстой. Надо репортить его. Ха, нет, успел. Итак, СВО, значит, Son of Anarchy. Ты заставку убрал со стрима? Вопрос. Да, убрал. Ты что, рак, что ли, совсем? Конечно, убрал. Только что, да? Нет. А чё он там идет до сих пор? Ну, потому что там дилей стоит. Ладно. Так, Son of Anarchy против клан Канкан. Я думал, это что они задумались над первым баном? ЦЦ это клан. Уже, значит, Канкан. А, да, первый бан. Да. Кого же забанить? Какой? Итак, они решили забанить Котла. И Бартрайдера. Я думаю, надо Магнус банить. И Нюкса. Не знаю, Магнус, по-моему, самый имбовый герой. Нюкс, да, ну. Ну, Магнус. Ну, еще говорю, Нюкса. Не а знаю. Магнус еще ферст пиком. Ну, во. Не знаю, по-моему, вот эти вот... Возможность Магнуса просто с РП влететь и, не знаю, застанет всю команду. Слишком имбовый. На 4 секунды почти. Некса и Рубик. Странно, Рубик будет воровать. Ну это да. Не знаю, Рубика можно было не сразу пикать. Можно пикнуть было что-нибудь. А Некса надо было сразу пикать. Ну Некса не знаю, но сильный герой это все дела. Ну сейчас фура, небось, залетит какая-то. Не знаю, Найкса брать... Вот с виспом еще, ладно, там. Но так. Смотри, Бэйна или Нагу возьмут, чтобы контрить Найкс. Бэйна или Нагу? Вот Бэйн. Я прям... Чувствую игру. Странно прям так вот пикать на первой стадии. Героев как Бэйн. Ладно, Нагу, ладно, еще понимаю. Ну, можно взять какого-нибудь Дарк Сиры. Ну, Бэйна бы забанили стопудов. Да ну, ты что, я говорю, можно взять Дарк Сиры. Ну да, Дарк Сир еще в пуле. Более сильный герой. Дарк Сир один из самых сильных вообще. Если Магнус улетает во всех, то стенка и все. Все умирает. Ну сейчас, может, возьмут еще. Стенка, стяжка. ПЛ взять, блин, не знаю. Вообще самый имбовый герой. Имбовый не герой, а лейт самый. Самый сильный лейт. Ладно. Не мышь играем. Профессионал играем. Соа. Лишрак. О, Лишрак, ничего себе. Зачем же именно Лишрак? Смотри, сон, стан, и убили. Ну блин, сон, стан, убили, можно кого угодно брать.
Нет, надо для широка. Можно. Я бы лучше льдину взял, не знаю, нам. Там хоп. С лагуны сбивается. Для широка есть диаболики, он может пушить. Ну у них нет для пуша потенциала пока. С Магнусом и Бэйном. Если бы у них там был кто-нибудь уже там, типа Нигма или Фура, Чен, кто-нибудь угодно. Что они могут перейти в это. Еще медведя кого-нибудь возьму. Но им нужен еще какой-то керри там. Или могут. Ну, теоретически могут для широка керри сделать. Но очень нормально. Играть в пуш. Что же. А чем же ответит Канкан? Клан Канкан. У них даже нет картинки. Их не подготовились, ребят. Черный. Прямоугольничек. Ну там была какая-то картинка в этом в лобби. Не знаю. Ты про них говорил, что они медведь заберут? Нет. Про врагов. Но они взяли, чтобы врагам не отдавать. Че ты думаешь, Магнус будет через Мидас? Не через Мидас, не через Мидас, а через Мол. Вполне возможно. Не смотрится Дэнни. Блин, Герокоптер, не знаю. Ну, они банят лейтов, все правильно. Ну, я не знаю, Герокоптер как бы зашел туда вообще. Герокоптер, конечно, сильный. Ну, ульту кидать будет под Магнуса, нормально он бы зашел. Да тут много кого можно брать просто вообще. Не знаю, Войда бы лучше взял. Да не будут они, если у них... Они будут агрессивно играть. Я не думаю, что они будут брать алхимика там вот как-то. Луну какую-нибудь. Вот луну, да, можно. Она бы вообще тут хорошо зашла, там, типа. Она с первого левела. Ну, не с первого, ну, с первого. В триплу там вообще будут убивать. Ну да, 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 там со своим этим. С бимами. Там с самого начала на опасный. А я не знаю, алхимик ему нужно долго фармить, чтобы что-то там сделать. Было время-то фармить, зачем? Потом шады еще забанили. Не знаю, ну... А, ну может они хотят Пэлла взять? Ну, типа, боятся, не знаю. Странно, что его не забанили, конечно. Алхимик Джиггернаут. Ну там, типа, Юра. Против чего, только тут пока нет ничего такого. Ну, типа, от этого, от Найкс. Когда он вешает. Они ж первую игру друг с другом играют. Да, был один игр вообще. Просто 5 игр каждая с каждой командой играет. 6 команд в группе. Итак. Вот и Дарксир. Странно, конечно, с 4-м пиком он зашел. Да, Дарксир на 2-й стадии пика. Я смотрю, они всех, короче, фиолетовых таких синеватых берут. Еще и Нигму еще возьму. О, вот Сало. Сало довольно противный герой. Ну и Керри. Керри какой-то нужен. Войд. Или ПЛ. Не знаю. Может, у них своя задумка. Они берут только фиолетовых, синих героев. Могут взять любого. И все там почти синие, фиолетовые. А тут непонятно, будет Сало хардкейл или что. Можно играть там. А нет, Сало какой-то. Да не, не будет Сало хардкейл, ты че. Он может в мид, скорее всего, будет. Или саппортом будет. Я что-то забыл. Лайфстиллер там. Друид сложный пойдет, наверное. Медведь. Посмотрим. Урса, это мне нравится. Ого. Урса. Видать, кто-то в команде умеет играть только на Урсе. Кстати, они что-то знают в доте. Урса. Отличный пик. Ну смотри. Типа там Магнус врывается, там да. Пауэр на Урсу. Из-за глобал сала всех убивает. Ну, смотри, если он пауэр все время на Урсу вешает, он там еще БФ соберет какой-нибудь, он будет всех убивать. Если все в этот попадут, реверс подарить. Ну да.
плюс там еще всякие стяжка, стан во все. Бэйн ультует в Найкса там, и все. Всех убили. Да. Ну, это в идеале. А так, я не знаю, ну, блин, довольно трудно им будет. Ну, хотя Дарксир там пойдет. Сложно, Магнус в миде постоит. Или наоборот. Дарксир может в мини спокойно стоять. Если там против. Зависит от того, кого они сейчас пикнут. Да в мид как угодно сейчас можно. Брюмастер. Вот, брюмастер. Ну нормально, он против Магнуса будет стоять, скорее всего. Нет, ну конечно, у них с Урсой не выйдет так в трипле убивать быстро. С Урсой? Да. Шаг орды купил. Что там у них? Ничего. Бейн смол, ура. План рисует, смотри. Да, будет, да, драка. Да. Сиркхард. Магнус, Лешрак идет. Он драки не будет. Лешрак вардить идет. Ну просто 4 на низу будет стоять и все. Широка могу сейчас поймать, но если он пойдет вардить. Ну Мишка прочекал, там никого что-то рисует тут. Могли медведя поймать, ну бы его не убили. Стал вард на Рошана. Может они хотели, хотя нечего убивать Рошана вначале. Ну медведь прочекал, сразу Рошана пошел. Да-да, ну у них... Ну все правильно, все правильно. Медведь вообще идет чекать. Медведь идет крипов, наверное. Вечно, он рано пошел, если крипов отводить. Ну да, это слишком рано. Хотя... Отведет все равно. Ну он просто... Много хп потерял. Нет, хер. Да. Ну, красавчик будет, красавчик. Ну, может, одного там крипа. Одного заберет крипа. Не, он стопит, смотри. Я отвел на. Ну так, бегает медведем только. Хвост-хиты. Blind Fate. Магнус на первом месте. Теперь сайленсер. Смотри, тут, какой, кстати, график, ну, по голде. Замечательный. Да. Думаю, это сейчас очень важно. Магнус очень так важно. Нормально проседает от Сала. Просто эти две его способности. Они... А Дарксир тем временем в лес, похоже, пойдет в армию. Сейчас левел поднимет. Медведь опять. Крипов отводит. Есть там сна, нет? Теперь есть. Да, да, опять. Да. Ну там мана уже нет. Его могут убить медведя. Просто отдал 100 голды сейчас. Может он еще убежит. Убежит. О, лишь по-царски. Да, да, да. Все нормально. То он это тайминг. Чувствовал просто. Отводит. Я не знаю, тут Найк стоит соло на мид, на низу, никто им не мешает, он мог бы. Эти отводы, я не знаю, нужны они вообще. Он может, мне кажется, сам стоять там. Медведь там все гоняет. Сейчас смотри, опять сон. И он просто не смог загреть. Тут отводят. Ну там не надо, ну там типа отвод. Зачем? Тут опять Магнус.
Магнус довольно сильно приседает, он там, я не знаю, все там закупается этими хилками, фласками. Деревьями. Где же экшен? Да экшен до 10 минуты не будет экшена. Смотри, как опасно Кура бежал. А я могу, кстати, смотреть за твоим экраном? Да, давай. А как? То есть ты тоже даже куда я смотришь? Нет, сейчас вот ты наверх смотришь. Да, да, да. Да. Удобная фигня. Еще можно рисовать на карте. Почему Шарлок не на миде стоит? Я не знаю, но он типа этот победитель соло мидкапа первого. Ну, вот я и говорю. MIPT соло мидкап number one. Ну тут Магнус ну очень тяжко стоять. Из бутылки там. Сделал. Так бы. Не знаю, надо было быстро бутылку забустить или кто-нибудь, чтобы ему помог. Ну, не вот, знаю, зачем ему топор вообще. Смотри, смотри, ганга отряд. Забирают. Магнус мана нет. Они могут так и не забрать его. Да. Фейл. Фейл, конечно. Ну зачем Магнусу топор, я так и не понял. Как царь, выживает. Сейчас на развороте еще заберет. Не расскажешь мне? М? Зачем Магнусу топор на миде? Нахренусь. Ну типа он думал, против этого будет стоять. Я тоже так думал, в принципе. Кого? Против Беста. Угу. А этот будет... Брюмастера? Да-да-да. Против... Брюмастера. Ну, не знаю, но типа Брюмастер нормально стоит в миде. Против этого. А Сал как саппорт, но видишь, они по-другому решили. Ну, возможно, типа, правильно. Примастер другую роль выполняет. Не хардлайнер. Посмотрим. Ну, тут нужно ему просто бутылку нафармить себе и обуздить ее уж там потом. Туда-сюда. И руны контролить. Но это будет слишком поздно, по-моему. Ну, и он поздно. Вот медведя убивает. Урсееву причем отдают. Медведи тут тяжело остается, я скажу. Ну, медведь терпит. Он мог как и Дарксир в лес уйти спокойно. Ну, Дарксир какой лава? Ну, не знаю. Пятый. Это да. И денег у него побольше, наверное. А не особо. Ну он там типа мешает всем. Медведям от что-то там. Конечно, фидит там немного. Внизу падает тауэр тем временем. Да. Ну тут сообщит. Дарксир ушел. Кто не мешал? Не знаю, Транквилл смысл есть вообще их покупать уже. Какой-то, по-моему. Хотя он в лесу ставил. Ну. Я не знаю, почему они не заберут медведя втроем. Он вон куда зашел, там можно просто слип. Слип стан, как Sleep, я и говорил. Стан, и вот сейчас и заберут, смотри. Вот и тут надо забирать все. Только не знаю, зачем. Зачем он состилил, да? Да-да-да, вот это я не знаю. А тем временем в миде. Ну это тут забирать все. Должны, да. Но, это... Может уйдет. Смотри, что убегает. Они замедлили, но они совсем под Т3 идут. Ну, тычку надо было дать, но что ж ты не... Красавчик. Просто убежал. И смотри, сейчас Дарксир всех убьет. Щитком своим. Да, Дарксир мог спокойно там щитком. Но он и убьет. Если бы он не тычковал, а просто бегал за ним. Ох. Еще и сайленсера, может, соберут. Не, не соберут. Смотри, ТП.
Магнус без ульты до сих пор. Ну, Магнус стоять тяжело, ничего. Ну, а тем временем Найкс фармит зато внизу. Хоть как они проигрывают 3-0, а у него 53 на 24. Это да. Лучше всех там. О, у Магнуса появилась бутылка. В 8-й минуте. Неплохо, неплохо, конечно. Да, царский. Во, готовится ганг-отряд на медведя, я так чувствую. Тут они пойдут, нет. Ну, с хостой можно было идти что-то. Вывести его туда и все. Не знаю почему. Ну, сейчас вот может. Забоялись. Да, уже... Уже он в форме ходит. Алексей, success. За хосту или, наверное, премии стекло. Просто потратил хосту впустую. Да, ксир пошел убивать. Знаю, можно его наказать за то, что вот он потратил впустую сурж. Надо было его поймать. Сейчас он может убежать спокойно, не знаю, что он ждет. Не знаю, ждет, когда он умрет. Его поднять сейчас, все, его поднимает. Надо было раньше как-то на него сразу заюзали. Его бы сразу поднять. Да нет, но Рубик был еще далеко. Ну, хотя да. Замедление на их заюзал, сразу бежишь. Первый фраг от команды. Кан-кан. Опять готовится. Заход за Трейдинг Тауэр. Пойдут? Нет, не пойдут. Не, не пошли. На мид тоже не выходит у них какой-то. Ну, смотри, сейчас может с воды зайдут на медведь. Надо было сначала Бэйну уйти, если... Да, да. Хотя, по-моему, ну, медведь АФК стоит. Похоже, это да. Зачем? Или он контролил медведя? Похоже, да. Ну вот, езжай. И урса забирает. Да, но тут я не знаю, как-то странно. Там убили Магнуса еще в то время, где-то на миде. Это мы пропустили. Да-да-да. Что у нас тут? Ну тут уже Володя. Ничего, ничего. Что там у Магнуса? У Магнуса есть ботинок и реверс полярить. А тут скоро будет форстав. Ну, Дарксир нормально нафармил. На харде, если считать. Так, замес. Дарксир летит наверх. Да-да-да, переместились. Он не успевает. Переместились все. Похоже, решили пушить, потому что у нас... Что там у Найкс? Армлет, ПТ. Да, ну тут можно вообще любого цеплять уже. Ой-ой-ой-ой-ой. Магнус. Сейчас тяжко стенкой. Магнусу не хватает. Реверс поверить. Сейчас он может. Ну, будет, нет? Нет. А че он не утонул? А, хотя там сайленсер идет, смотри. Сейчас всех заберут. Там ульта в КД и нет. Неудачно, неудачно. Все на. Руса бежит. Сейчас. Хотя... Стенка неплохая, все пробежали. Руса бежит, на него пиво. Корни, и Урса отъезжает. Можно еще забирать брюмастера. Забирали брюмастера. Должен уходить. Дайгера нет, конечно. Да нет, ну тут... Ну тут сейчас Дарксиры соберут.
Угу. Ульт. Ульта. Ста. Ради широка. Ну, можно пушить. Т1, Т2 тауэр, сразу два лайна так забирает. Они отхилятся-то. Там, конечно, не знаю, там не было сала, глобал сала, я об этом говорю, за месяц там. Можно было хорошо поставить, то есть даже первого кого-то Магнус забрал, не помню кого. Изначально драка нормально была. А потом, из-за вот этого отожранного Найкса, который уже опять переместился на низ фарми. Время Мурса сбирает Рошана. Никто об этом не догадывается. Не догадывается, наверное, со смоком зашел, нет? Не видел? Не, не видел. Итак. Став есть. Ну, неку фармишь. Мурса с Рошаном. А Найкс фармит дизоль. Команда Рейдиентов, конечно, получше фармит. Рейдиентов? Да. Или Скуржей? Скуржи плохо. Ну, не знаю, да. Они не реализовывают свой пик. Так. С Магнусом. За саму задумку, то есть этим. Нет там даггера. Зато сейчас будет аркан, я надеюсь. Да он просто. Урси надо БКБ собирать. Да урсы там только Володя, больше нет ничего пока. Что у них фарма много. Хотя он там стоял, никто не мешал на топе. Крипов почти там два раза меньше, чем. Вот я об этом и говорю. Смотри, смоук на миде заюзали. Смоук? Сейчас пошли, на низу кого-нибудь поймают. Не знаю, если они даже втроем ворвутся, не знаю. Там еще урса. Должны зацепить кого-то. Да, ну должны ловить сейчас. Сейчас поймают брюмастер. Ну лучше. Или нет, ну что-то как-то сумбурно все. Опа, а тем временем соло Дарксир убивает со стенки. Предведя. Да. Неожиданно. Тауэр будет забирать, наверное. Да. Магнус тут. О, ХП. Есть ульта у брюмастера. Тут можно даже драться в 3 в 4 на их месте. Конечно, есть реверс полярить, но. Еще Егис есть. Поэтому а, опасно. Еще Егис, ну вот, Глобал Сала и без реверс полярить. Магнус отъехал быстро. Да, я и убиваю сразу. Все, Урса остался один. Урса один со своим. А Егисом его, скорее всего, тоже сейчас поймают. Надо поднимать. Не, он идет. Там же есть форстаф. Форстаф есть, можно было форстаф ловить, не знаю. Ну там Дарксир уже встречал, ускорил бы тогда. Ну, их четверо было, можно ловить было Дарксира. Кого-нибудь. Так. Ну что делать? Ну тут есть тарканы. Нам нужен даггер. Даггер Магнусу, и тогда уже можно переворачивать игру. Это главное. Не знаю, я пофармил. Можно вообще было, если так тяжело стоять, можно было отправить Дарксира в мид. Помочь. А Магнусу в лес, знаешь, да. Фармят нынче Магнусом в лес. Вот тут вот фарми. Четвером, пятером даже пытаются собрать мид, не знаю, получится. Тут их встречают.
все есть. Тут цепляют не широка, или широк сумер. Стенка. Стенка может знать. И реверс. Да. Не было реверс. Полярики, ну и не надо было его юзать. Выхили. И что тут? Опа, забирают. Найкса, можно сейчас забрать. Да, тут все помирают. Нет, ну если. Нет, не, корни, не повезло. Суса. Двоих убили. Да. Не пошла игра у Магнуса совсем. Угу. Выкупается, прилетает, умирает. Ну тут конвейер решили устроить, ребят. Вместо того, чтобы забрать тот Т1 тауэр, который они собирались, они проигрывают Т2 на миде. Но теперь нет стенки. Магнус. Так ничего не нафармил. Не знаю, зачем он покупал топ Wordcraft. Может, у него был какой-то хитрый план. Вырубить деревья. Да, если. Понятно, если бы он шел сюда, вот вырубил тут деревья. Тут бы с Empower убивал этих крипов. Но он же так не сделал. Дарксир бы нормально и против этого постоял. Вешал бы там. Почему ты не показываешь экономику на стриме? Экономика? Экономика, ну тут все ясно. Счет, экономик. Тебе показывают претензии. Что ты как сакастер мой не напомнил мне? Ладно. Ну, ждут. Чего ждут? Ну, пушить надо. Тут дизоль уже. Ну, они могут спокойно фармить, а потом пропушить. Да там уже, я не знаю, там Найкс, он дизоль, армалет, АТ. 20-я минута, там, не знаю. Вон можно было Урсу сейчас. А нет. Ну, Урса собирает БКБ. Сану довольно долго собирает. Смотри сейчас. Вот, респалярить двоих. Урс. Но... Глобал сал, и Урса отъезжает, да. Время Найкс. И Шрак умер, вообще ничего не сделал, просто подбежал. Я думаю, это ГГ уже. Да, 4 в 0 это. Респалярить. Конечно, шансы двоих, есть всегда. Не знаю, не получается у них такого сделать, прям, чтобы все идеально было там. Не подставляются ребята там, то есть как бы. Да и нет даггера, чтобы влететь и убить их. Ну не убить, а заставить их привести. Нет стоп урона как. Сносит этот три тауэр. Сразу бараки. Не знаю, заберут бараки, нет? Смотри, сейчас убьют Бэйна. Да, Бэйн отвечает. Такой... Ну, стенка какая. Забираю. Магнуса, наверное. Нет, распалярить, ничего. Надо было Магнуса бить. Ну ладно, Урсу забирает. И Магнус. Да всех забирают. Магнус и... Цепанут сейчас Дарксир. Ну, все-таки Урса был ошибочный пик, мне кажется. Да и ГГВП. И мы можем уже утверждать, что Кан-Кан держали победу очень качественно над командой СОА Сану Анархи. Анархи или как-то, не знаю. Да, пошли паблик играть.
Так, ГГВП, и у нас... Смотри. Чё говоришь, смотри? Да не, ничего уж. Там было очень круто. Там был очень интересный момент, да. И Канканов обходит команду Суа. Падает трон. Ну, нормально. Нормально. Все, больше не будет игр сегодня? Не знаю, сейчас узнаем. А ты хочешь постримить? Ну, я бы поиграл. Ну, сейчас спросим. Там пишет. Че там? Пати принимай. Пати? Ты попрощался со зрителями? А, так а зрители не будут смотреть, как мы играем в паблик, разве? А, ну ладно так. Все же хотят посмотреть, как это мы играем. Добро пожаловать. Ты хотел, ты что, хотел прогнать всех зрителей? Видишь, 25 человек нас смотрел. По-моему, нам кто-то звонит. Да ладно. Да? У меня звонок в режиме ожидания. В скайп. К дереву? Да, к дереву. Давай. Привет, дерево. Алло, дерево. Дерево. Просто. Где дерево? Здравствуйте. Здравствуйте. Уважаемые стокастеры. Как вам матч? Очень, алло. Очень интересный. Очень, так, очень, да, вот очень. Интереснее паба, пацаны. А мне вот это интересно. Почему Дарксира была третья стяжка дома? Да вообще. Почему стяжка? Ну, он, наверное, лучше нас знает, как играть. Он же профессионал, как мы. Это супер команда. Да, пацаны. Я сейчас куплю топор и пойду на Магнусе на мид. А он так и сделал? Да. Да-да-да. С топором пошел. Это было... Я сначала не смотрел, поэтому... Да все правильно. Все правильно сделал. Топор, щиток и на мид. Он так и сделал? Да. А ну, пацаны, киньте ему пару репортов в личку. Да поздно уже. Как можно было не накормить даже за 25 минут? Что ты оскорбляешь игроку? Он не мискал. Походу, вылетел. На 20 крипов было бы за эту минуту. Он против стальни сейчас стоял. Да, очень сложно стоять. Угу. Когда щупальца у тебя? Чё, когда у тебя щупальца? Клешни, скорее. Мы играли таким пиком, как у них, не Урса, выиграли. Да, там надо было не Урсу, а Луну брать и выиграл. У них хомяка взяли, нет Урса. Можно было и с Урсой это выиграть. Ну, они не знают, это же не реализовать. Подожди, у меня дота прилетела. Там не пошло. Ну, типа, Бэйн стоит с
Лешаком и Урсой в трипле, да? Бен слипает, там Стан и Урса грызет. Кто у них там соул, получается? Дарксир, да? Дарксир в лесу стоял. Вообще из леса не уходил? Не, вообще не выходил. Ну когда только... Да, понятно. Тогда, когда только к Т2 подходили, уже начал. Его вина тоже была в том, что он как бы не пошел на свою линию, хотя там был один на Экс, он должен был как-то ему помешать. Нет, там же трипла стоял наниз. Не, ну я понимаю, что трипла, но как мы увидели, что там никого нет, я думаю, там просто ушли куда-то, наверное, гангать. А он мог спокойно, типа, прийти, там, покидать Айнчелл. Ну да, как, типа, помешать на Экс, потому что на Экс вывез уже, по термине Дезоль на 20-й минуте, там, вообще, бред какой-то. Забей. Можно идти в лес, да, я понимаю, опыта не хватает. Но начинает линия подпушиваться, выходишь и все. Кукаретики. Вот я сегодня так же играл, я вышел, кидал эти... Как, блин, ёжиков. И всё. Видишь, как мы аналитику развели? Не знаю, о чем там Дарксир подумал. Надо было посмотреть эту игру. Вот, видишь. Они проигрывают и ничего с Мидас. Подавай, слышишь, за это посмотри реплей там, Кос. Чё? Покажи мне этого Магнуса. Посмотри, а не я стримлю. Фан-фан, давай, покажи реплей. Что реплей? Я говорю, сегодня вечером на Ютубе посмотри видео. А, кстати, да. Что мне еще сделать сегодня вечером? Подписаться на канал. А-а-а. 5 баксов, пацаны, 5 баксов. И 5 баксов, хрень. Там бесплатно все. Да, там все бесплатно, тебе даже платить не надо нам ничего. Не, вы мне 5 баксов. Так, надо... Так, Торнадо, а ты же не в группе, надо тебя пригласить. Команду ему кидаешь? Нет, в группу. Вот в этот прогос у геймерс дота. Так и я не в группе. Ты не ты в группе. Как ты не в группе? Я не в группе, я все отклоняю. Как ты отклоняешься? Выступай. Да он в группе стопудово. Ты чего, спогонишь что? Да и нету там. Сейчас мы тебя пригласим. Прошу меня. Ты чё вышел? Там... Кто вышел? Дерево. Я здесь. Чё ты вышел из группы, говорю? Какой группы? Я не вступал даже. Всё. Как ты не вступал? Все да, вступали. Так? Все вступали. В мире. Так, не все увидели. Ну, а, кстати, стрим с задержкой, да? Да. Надо было перезапустить без задержки. Да, мне лень. Будет интересно сейчас смотреть. Да мне лень. Там, типа... опять это... А ты сколько зрителей попадало? Ну, все смотрели турнир. Да? Да. Почему я опять тебя слышу, Доти? Кого? Тебя. Кого? Не знаю. Да, выключи вот этот пенис. Ла-ла-ла-ла. Да, вот. Выключи. Ты нажимаешь, что ли? Нет, у меня автоматический звук стоял. А кто БХ взял? Я хотел взять БХ. Я слышу. Там прям мастер, кстати, есть. Ты опять сейчас не нажмешь на кнопку, чтобы пикнуть. А на кого? Кого я пикать, я не знаю. Кого хочешь? Пика этого. Мипа. Ты не выбрал. Сейчас опять нарандомишь. А там я была темплата? Где? Нет, конечно. Я на Икса возьму. Будут у нас 7 лишники. И Акс. Отличный пик у нас. Навел омника. Мип возьмите. Мипа?
Мид. А тут нет никого на мид. Дестер есть. Возьми на мид. Его нет, Дестер. Уже. Ну, пойду на мид. На вот этого вот героя. Может, тебя будут? Пака убивать. Ты не умеешь. Может, Соль пойдет? Ну, возьми мне Найкса, и я пойду в лес. И у нас будет керри команда. Ну, давай. Команда керри. Отличный пик. Хотя у нас есть Сенкин. Я пойду на этом. Давай. В мид. Чё, офигели? Кринксе. На Найксе. А, ну ладно. Я в лес пойду. Угу. Отличная задумка. Тролль мид. Нет. А тут же денег никак на рандоме. Нет. Никак. Курьер. Сэндкинг покупает курьер. А как мне микрофон зам выключить, ребят? У меня уже выключился. У меня пишет, что я что-то говорю все время. А, да, ты говоришь. Все, вроде больше не говорю. Так, отжимаем и... Пошли, Бри, с тобой на лайн. Будем убивать. Иди. Что ты такой злой? Много агрессивный. Чё он не соглашается? Он согласился, просто он букву перепутал. Не надо так перепутать. Сегодня игр больше не будет. Если кому-то еще это интересно. То сегодня на сегодня игры закончились. Покажу таблицу. Это сейчас такое не. Сейчас не 15 зрителей будет, а такого. На один где-то. И то я сижу, да? Что-то вот так прибавляется, народ. 16 уже. В общем, еще какая-то Краб Хантерс выиграли у Надежды. Проиграли, точнее. Понял, Владик, ты никому не нужен. Кто написал? Варлок. А сейчас я его отбасу подожду. Так что вот. Сейчас мы его отбасу подожду. Чего вы не отжимаете? Иди. О, да. Канал на Ютубе, пойду посмотрю. А как скопировать из чата что-нибудь? Поэтому может. В консоли. Есть? В консоли не из чата. А смысл, где... что ты пишешь, даже нельзя скопировать из чата ничего. Переписать. Ты что, не можешь? Да ладно. Что, он опять отключится? Шупальцы? Это вас на Украине так говорят? Шупальцы. Я в прямом эфире. Бери, Идрис. И не надо. Фангую тролля на мид и перен. Хорошо, вангуешь и пак. Пока чело. Мы тебе разорвем от чела. Давай варлока, слышишь? Я качал вот эти штуки. Слышишь? У меня ты чего? Всего тебе капчу. А нафиг ты качнул спрей, если? Я откуда знаю, если первый раз играю. Качай, короче, Макси первая и типа. Ну и пассивочку-то. Надо тоже качать.
Она же бесполезная, замедлялка. Как это бесполезно? Она полезна. Она же стакается там, всех, кто убиваешь, там гоняет. Да, да. Знаешь, это... она как стаки бэтрайдера, короче, тут. Похуже только. Чем больше ты кинешь, тем больше ты дамажишь, типа. На одного персонажа. Да-да-да. Вот Бетрайдер более имбовый в этом. Там на область, да, у него? У него там много мощных, тут 4 только вроде. Вот это 4. Ну там 4 только, максимум. Армор, он теряет еще армор при этом. Это да, ну там 4, говорю, только мощных максимум. Что они от меня хотят? Передаю привет маме. Ну чё, мы поедем, да? Стан, стан. Забей, забей. Забей. Давай, давай. Давай, ты ещё. Уходи, уходи, братан. Я его подставлю. Я ещё убью. Можем убить? Копай. Не копаю, нету ничем копать. Это с ДД, а. Копай. Копну. Инвиз. Ай, я погиб, ребят. Я это заметил. Я переагрил вроде. Она меня херня, это варлок. Иди, я тебя задинаю. А че не задинаю? Ты, конечно, ты убегаешь от меня. Я догнал. Я его продаю. Хотел бы закидал. Дай мне покормить. Братан, дай мне покормить. Где ты стоять должен? Одни урсы в лесу стоят. Все, качал, спасибо. Никто не предъявил. Значит, если тебя спину будут бить, типа, с ультой у тебя будет, типа, шип. Знаешь, да? Я знаю, там скидок пистол. Смотри, не помри, ты что делаешь? Не игрался. Да, я. Вот. Ошибся, конечно, ошибся. Пак убивает Клинц. Так, так, так. Пак СС, кстати. Ну и что? Он вас убьет. Он тебя убивает. Меня тоже убьет. Деньги даже достались. Реген. Че тебе ответил Эл так? Вот так вот. Тебе конкура идет, не просри. А? Главное, Пака без руны оставил. Ну что ж ты делаешь? Стан, стан, не надо, я не буду. Это крипа дал тычку? Я? Да. Нет. Ты кольцо себе. Да я видишь, я мозг. Фанаты ликуют, да. Убийцу. Я его с соплями закидываю. И ничего, типа один и можно станет. Ладно, еще один давай. Видишь, они продают. Да, я крипа пойду какой-нибудь сожру, что ли. Блядь, всё. Нет, урсу вот тут съешь. Посмотри, я вот трёх крипов. Сожру. Ты чё, мне на базу идёшь, что ли? Что по этому? Принеси себе хилку. Сделай я тихо. О-о-о!
так ушел. Написано сбоку, да? Что? Что-то меня сбоку не защищает. Ну там сзади еще написано. Хотя лучше бы ты сейчас отошел. Че, Пак ко мне пришел? Я сказал, Пак ушел. Ну, иди сюда. Ну. За мной гонится. Я вам передумал, походу. Он же смотрит стрим. Там же меня задержит. Шестой там что, вообще что ли беда? Кто? С Паком, да, беда. В смысле? Шест... Шестой лову, это. Кого? Куда, блядь? Забей, забей, он хилится. Я уже. Забей, говорит. Вот это вот, он ходит читерский, да? Кто? Варл? Хил? Да вообще. Хил, его быстро убивает, да, да, если он хилится, да. Ой-ой-ой. Спанешь? Вот. Где настоящий? Да вот тут он. Настоящий. Да. Спанул. Но он улетит все равно. Ну, давай, дальше. Так трек висит на тебе. Угу. Забейте на него. У тебя инвиз нет. Ну как он четко зашел под таур. Там на мне еще ульта была. Ладно, я отойду, ты шестой получил. Че, шестой было там, да, вообще? Да, там тебе идет, нормально. Там защита идет или что? Тебе дэмэдж, короче, когда ты кидаешь вот эти стаки, понял, ты? На соуго вот этот. Зачем стаки? Идет. Стаки эти, он кидает эти. Базовый дэмэдж бонус идет, там, типа, базовый мудспид, мудспид перс, да? Перс стейк. Там, есть, там эти самые имбовые стрелки эти. Стрелять вот этими. Все, у меня ульт есть. Но он не жмется, это пассивочка. У меня ушел, кстати. Пак, ну сейчас руну опять возьмет где-нибудь. Не-не-не, выходит. Нет, не взял. Я ничего не могу. Все, и давай его вали, вали. Вали его нахрен. Давай, юзай, шипы, шипы. О, вали. Фу. Что-то тут. 50 вангард. Ты взял руны, да? Отлично. Да. Он на топ пошел. Что с ним? Мне купить ТП, пацаны. ТП купите кто-нибудь. Ты умер или нет? Да. А мне что делать? Ну купи ТП и хилку. И мне ТП и хилку я тебе ТПшу. Да, а на кольцо я сколько тебе? Да иди ты уже пеший. Пак ушел, если что, это. Слышите? Я вижу Пак. О, лол, смотрите на дестройера. Убей его. Вот, тихо-тихо, терпи. Да надо было. Терплю. Вылез, а че я бы... Да ты бы вылез, убил бы его, отвечаю. А там еще и БХ идет. Сакинг, давай, рядом. Тут так еще и варлок. Все. Я не могу подойти, мне... Я подойду, в принципе. Стопаю троит. Ну, я там вообще слово ХП. У вас есть у кого-нибудь что-нибудь залить? Копай троих. Тебя. Ой, вон боже. Троих станет. Еще крипы просто сожрут. Кидай шипы. Пиздец. Личный замес. Ультракил. Рэмпэч. Короче, Пак. Можешь? Что он слезает? Да, повезло ему. То, что Варлок кинул голема и... Банды, да, наверное? Там все дела. А тролль-то где отдался? Роль, он же с нами дрался. Да ладно. Блядь, все потому, его что там на топе забрали, по-моему, нет? Или это тролль вариант? С нами дрался. Он тоже под голема попал. Это все то, что и мне было. Ну, видно тогда. Постанул там парни. А Пак на фейзах это вообще ничто.
Но он уничтожает, уничтожает. Уничтожает? Просто повезло ему чем-то. А у тебя не было маны, да, Костян? Вообще? Нет. Когда ты из крипа вылезал? У меня рейжа не было. Как я его не законтролил? Да ты там надо было до того, как в фрипа залезать, еще пару тычек. Ну тебе пробелло. Каких пару тычек? У меня хп видел. Да что такое? Че так писать? Блядь, меня еще убьют. Пойдем поможем, Саш. Иду, иду. Че ты говоришь? Че так быстро меня убивает? Но они не идут дальше. У нас просветить нечем эту. Ну я воровку убью. У тебя ни стиков, у тебя ничего нету, что-то ты вообще. Да я ж на стики накопить не могу. Давай, 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 давай. Кажется, автомат хилит. Всё. Бойник вытащит, тут главное вот это убивать. Тихо, там Макс еще пришел. Кто-то потрек. Я. Макс, я боюсь. Ой-ой-ой, меня сейчас ульта убьет. Да не убила. Пак еще. Пак уходить. Еще. Я иду, короче, стану. Я это. На меня закончился. Тебе повезло. Это... Блин, это Макс еще. Да я ультра скастовал, например. Ой-ой-ой. Давай. Блядь, я фартую. Это Акс, Акс. Он падает. Но он не остановится сейчас. Там пак еще спину. Ой, сейчас какие. Давайте выносите. Ой, угу. Вот он. Как голем меня видит? У него что? Я не пойму. Он еще, смотри, голема хилит. Да ладно. Сраный. Ульта не имя, да? Отойди, отойди. Ну, да он ты... заюзал уже этот первый скилл. Акс. Там Дестер просто стоит. Дестера надо есть убить, ты. Да. Сейчас он этот, соберет себе предрешит и все. Сейчас просто бам-бам-бам. Да, он вообще фрифармится. Пошли ему на бабашем. Гоу. Сейчас с ТП туда полечу. Он сейчас рефрешер собирает смотреть. А, может и рефрешер. Что угодно. Так, БХ. БХ за трубой. Да ладно. Астан. Я давал уже, я иду, иду. Еще один, давай. Я вкачал ныкалку эту самую. Ну, я скинул на него чел. Акс еще этот где-то. Может таур спушим? Давай, давай. Да внизу как-нибудь. Вон двое в ней. Меня бесит на виске. Сюда пак идет. Нам или туда? Ну, наверное. Бэк. Что нам сделать? Ходи, ты чё на? Ты чё делаешь? ТП. Я ушел. Не надо. Да, что она делает? Я ухожу, слышь. Уходи, уходи, уходи. Я закупился. Что, извини, там? Не знаю. Лез бы лучше в меня и ушел. Ну, я иду далеко был. Ну ты бы сказал, я подошел, я так что-то сразу не подумал. Ну уже там нет, вроде еще. Защити опять в топ. Зачем рано-то? Сейчас, 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 подожди, надо их лететь. Они без ультов же. Да, по идее.
Да уже скастовый ульт уже. Что ты там стоишь? Надо было этого. Ветрак. Опять голем. Как же. Опять эти ванды, блин. Сон? Какой гульт оставать? Я не мог сейчас оставать. Рейч, забеги, братан. Да. Что у меня ванды эти пробивают? Блин, что-то я так арканул. Ладно. Да, ты мог дестройера быстренько вырезать. Да я его так вырезал. Ну, он бы не надамажил нам, дает. Он пойду в лес. Или он на мид стоит. Так, пацаны, у меня 0.6, типа, неплохо. Что-то ульт не раз кастовал. Все, я буду кастовать на всех, как всегда. Стоит в кустах, гру кастует, он стоит все равно. Иду в лесу пофармлю, а тут да орчит. У меня даже орчит еще нет. Так, чувствую, что я не буду в этой жизни. Сейчас спать придется. Пак уж там такой нормальный. Ну откуда вы тут? Ля-ля! Ля, что творят? А что ты там делал? Я откуда знаю? Я так и знал. Я откуда знаю? Вообще, ой. Да, они все на миде. Вопрос, что они там делали? Я вот такой вот. Типа вы вообще вместе не ходите, вы вот так, вот так. Мы втроем вместе тут. Даже мне надо, блин, нафармить эти грёбные. Да всем надо нафармить, господи, можете просто пойти вместе на стану, у нас все есть. Мы не будем драться сейчас. 2-5 насосал опять. Ну сатаните их, где они вообще все бродят? Поверь, у меня 0.7 и ничего. О, ну все, пак с дайвером. Где ты видел? Да вон он, наверное. Там как тролль не переформил дестройера, это... Не знаю. Че, ему не нравится, как у меня дела. Нормально у меня дела. Какой-то тролль. Жалко его. Этот... Так, если вы палите стрелки, не значит, что вы можете тут все себя размешать. Добейтесь нахрен. А мне трек. Да не иди ко мне. Нет. Чего? Да, блин. Что это панул? Ешь. Нет, слышишь, можно затянуть игру, потом в конце им дадим же вообще. Должны. В конце? Давайте не отдаваться. Дефить и все. Может так все тут заберем? Есть тут кто-нибудь рядом со мной? Сенкинг этот, его нафиг. Я недалеко. Сенкинга? Не кастует нифига. Ну сочет, он у пацана есть. У нас да. Вот да, я вот этого сожру. Давай. Давай. Все, он тут должен быть. Писи, зай. Где он? Че ты не замаксил инвиз, господи? На глаза макс. Зачем? Чтобы так, по трекам ты... убегать. Да, ты мог бы успеть там 520. Шли вот в мид. Так бы шлифовал, отвечаю. Че, в мид идем, Дред? Идем, идем. Еще на варлока кинь свое сало. Хорошо, хоть... давай. И быстро его надо вырезать. Или Дестро. Меня... Может, Дестро вырежу? Он самый опасный. Ты просто исчез. Давай, Сенкин, кастуй. Подстань. Угу. Ага, подстанил, всех подстанил. И все равно он кинул голема. А
почему я не могу ничего кастовать, а жить на мне висит? Ясно, не могу это. Сраный варлок, блин. Ого. Как он... Итак, давайте подведем итоги. Мраки? Выводы приведем. А? Мраки? Да это я рак, у меня на 8. Конечно, ты рак, ты мне ульт не рассказывал. Он у меня был давно. Меня убивает. Мне этот пак не нравится, я его замучу. Зарепорт. Я его там дам за репостер, за репорт, за его ультикил. Они не дойдят. Пан, ты не можешь так наказывать без... Ага, сбить. Блин. Ага, там пак, ну нафиг этого пака. Мне вообще дали, пацаны. И все. Да, Белла. Мансую, мансую. Блять, а какого хуя я там оказался? Просто, пацаны, габелла. Да, габелла? Ай, отстанет меня. Да все, тролль игру проиграл. Ничего не знаю. Все тролль, да? Да, да, да. Да на тебя трек висит, что ты в этом... Я знаю. Сныкался. Копаю. Мансую. Ну, подкоп, подкоп, давай. Да подожди, не было. Бак с барабаны. Бабок, сейчас всех убью, всех убью. А что они меня так быстро вырезали? Что там было? Ты мог там залезть в пака. В пака, да, я залезу. Им бы пришлось его крепазать. Нет, мне как-то быстро вообще не били. Ой, я, короче, побегу на то. Так, надо зарепортить, ак. Посмотрите, просто он бьет. Да, вот это вот. Мне не нравится, пацан. Давай. Что он в чате? Нехорошее поведение в чате. Вот блин, я с ульты убил. Понеслась, понеслась. Давайте это, давай дестро вырубим меня уже. Я армлет собрал, ребят, пошли убивать. Так. Мидас на 10-й минуте нормально. Окупился же, да? Да, да, да. Хорошо. Ого, нашел цель. Меня кто-то хочет убить. О, ну. Застанем. Бей, бей, бей. Я бью грибов, бью грибов. Все, все, все. Ой, я думаю. Три варлока. А я ушел, ребят. Я, короче, беру и делаю вот. Молодец, мой. Добрало, ты там, слышишь? Вот это ты, конечно, с ультом зарковал. Я? Да. Ну что? Сынкин ты хрен. Моя, на себе мид постоял бы. Я веду. Пошли драться. Давай. Замагнулся весь день без клика. Вы идете драться? Видел, ты видел, какие я там царские давал? Царские были, да, и не спорю. Так, пятерых. А нафиг. Повышот. Минус 3. Что он меня все время прячет? У меня же не останется интеллекта с тех пор. Ха, тролль такого слышал, что он проиграл с игрой. И лишних проиграл где. Не помню, как тролль не переформил этого. Строера. Он стоял один на один. Да, собрал один доминатор за всю игру. Мидас у меня был до 11 минуте, все нормально, 10 там с лишним. Да. Все нормально. Смотри, встань сейчас. На всех ванды. Ой, ну все, сейчас обратка, там все дела. Сейчас вот ты бамс. Мне надо съесть скрипа, у меня ж Мидас откатился. Так, что-то выпить. Ладно, стой на базе.
Your middle tower has fallen on hard times. О, ты увидели это? Борода. Не, просто дестрой вам оформил там и все за. Да ну нафиг. Ну паком. Не, 1.10 у меня сам себя зарит. Ну тебе нахрен, блин. Во. Это ужас вообще. Я меньше всех нафидел. Не пошло. Что, ты будешь еще? Да, еще. Да, надо. Еще одну можно. Все, я. Что, чего тебя в чате кидают какие-то неприличные вещи? Что там? Ты опять кидаешь? Да нет, не я, там какой-то пацан. Даже точно, Дженкис. Там полибэк какая-то. Давай, проверь. Проверяю. Проверь. Я потом, что-то я застал. Выключаю. Костян, проверь, что это за сука. Я проверил там фигняка. Введите ваш email. Я тоже посмотрю. Потом, наверное, введите ваш пароль, скажешь, да? Говно, короче. Интересно, не буду даже. Как версу-то собрал 1600 зрителей? Слышь, может и вы будете рейджить, типа? Версу как Дэнди собрал 17800? Ну. Чёрт. Сколько собрал? 17800, его смотришь. Нихера себе, ты зашёл. Сколько версу ты смотрит? 1600. Нормально, я видел 12000 там его смотрели. Я видел и 20, когда Нави играли. Когда никто не стримил, кроме версу. Версут там до хрена вообще ж. 20 было. И сколько? Ну да. Шейки обрываются, все обрываются. Нави к уроку на Свене. Что там так похрумкивает? Кто же это? Он нас любит покушать. Я на туре. Так, так. Кос, у тебя слишком мало друзей. Да у него их не вообще нет. Философская философия. Червяк Анатолий ищет покушать, но крот Афанасий нашел.
нашел его раньше. Такая вот жизнь, без упрека, без фальши. Он искал, но его нашли раньше. Тебе уже посмотрели 715 человек. Меня? Канал просматривали 715 человек. А ну кинь на Dota 2 видео. Нет. Что там кинь? На Dota видео есть. Ну кинь. Чего? Стрим кинь. Ссылку, ну зайди сам на Dota видео и посмотри. У меня есть медалька за то, что я пиарю Dota 2 видео. Dota видео. Стрим про игрока известной команды. Как ты так мог назвать? Все правильно. Где твоя медалька? Вон, видишь, внизу такая. Love is. А, да. С крутой баннер HPL TV. Когда ты сделаешь? М? Ты сделал уже? Ну что, не видишь на стриме? Где? Там меняется. А, Dota 2 видео, типа справа, да? Ну и там еще есть HPL TV. Да. А кто-то знает, как переводится HPL TV? Ну да, это же про организацию, все знают. Могу я сказать, как это переводится? Да все знают. Как я не знаю, как Нави говорить, как Нави переводится. Зачем кому-то знать, как переводится Нави? Ну да, ну да. Ну да, ну да. Так, а ты же мне хотел отдать какую-то шмотку там. Самую крутую, которую у тебя есть. Сказал, я любую отдам. За хук. А, за хук не. Душу, ты сказал, душу продам за хук. Не, бля. Так у тебя есть скин Тини, слышь? Че ты меня сгонял? А че, тебе его отдавать, что ли? Ты же не отдашь мне. Ну, потом я обменяю, наверное, на какой-нибудь мифический хук на БДЖА у тебя. Ну вот, а зачем мне мифический хук? А ты не обменяешь на мифический хук. Я, кстати, тебе могу на Яка поменять. Кого? На Яка. Хук. Тебе же не... Тебе же не нужен Як. Какой хуяк? Ну, кура. А, Маунтин Як. Тоже все равно... Нет. Тебе же он все равно не нужен. Ну, чувак, ты хочешь анкомонский хук пихнуть за мифическую шмотку? Я просто... Ты немного хочешь? Я просто хороший трейдер. Угу. Я бы поставил отзыв. А, пацаны, не суждено нам это играть сыграть. У меня залагало.
ты завтра будешь с утра играть, Торнадо? Я? Завтра с утра? Ну да. Ну если я рано спать лягу, то да. Ну сколько у тебя сейчас? Я сейчас пол первого. Так, ну ты мне отдаешь Яку, да? А что ты мне еще дашь? Слышь, тебе что, хука мало? Да. Да. Чувак, ты хочешь мифического курьера за анкоманду? Слышь, кто вот сейчас вот мерится? Тут главное, что это хук. Хук? Да. И что же это хук? Вот это его невозможно получить. Ты, короче, все не загрузишься? Нет. Ну я тогда ливаю. Вас репортить? Угу. Да не надо репортить. Репорт. Ну написать еще. Тут он уже все пишет, репорт их. Да все зарепортили уже. Я два раза зарепортил. А блин, когда же будет вас зарепортить? Я зайду специально зарепортил просто так. Ты не можешь просто так. Могу так. Так, что у тебя еще там есть? Ладно, давай куру эту, Яка и еще вард. Я тебе хук. Чего? Че ты сказал? Нифига себе ты загнул. Ру, что-то там еще и что-то еще. Ну, вард, еще. Вард. Комновский. Обыч... Вард. Ну, комновский вард. Ага. Обычный. Угу. Я ж тебе не кабан, что ты меня разводишь. Кабан бы я дал, но не я. А че мы вдвоем впать? А вы приняли игру. Вот мне говорят, что хук стоит столько же, сколько и як. Слышь? Мне очень опытный трейдер говорит, что все, я правильно тебе в это. Я сейчас пост тебе. Нет, не пост. Кто тебе говорит? Да друг. Покажи мне этого друга. Он сам отдаст молотим Яка за хук? Да, по-любому. Но у него нет, наверное, молотим Яка. Да сколько можно? Вы задрали, что так долго играющий-то? Так. То есть ты не согласен, я повысил. Мне нужен еще вард теперь. Какой вард? Ну вард на этого. Давай так. Типа вард, как его звать? Давайте на Войда дам штуку. Там один хук на Пуджа вот этот, вот отдают за два ключа. Так, а ты чё влазишь? Ну или за одного Яка. Не, чё ты меня разводишь тут? Я не буду отдавать Яка. Слышь, я не прошу Яка идти не одновременно. Нифига себе, чё кто спросил нафиг. Говорю, Як давайте, и Вард на шаде. Давайте гривела дам красивого, красного. Какой нахрен гривел? Он вообще бесплатный. Как это бесплатный? Да так, эти гривелы, они не нужны никому. Нужны, у меня есть unusual гривел с этим. С этим какого? С эффектом. Да, всем срать на гривелов, они вообще говно. Это unusual, ты не понимаешь. Охренеть. Угу. Ладно, вот кебл поменяет мне на панду. Хуй. Да какую панду? Курьера? Ну любую. Он не обменяет, он купил себе курьера. Чего? Ну и чё? Он же богатый. Да ладно, да. Шкеба. Он учится. Он вчера прогулял школу свою. Чего, и сегодня прогулял. Прогульщик. Ай-яй-яй. Да, вот такой у нас кабан. Так, блин. Thank you.
так долго. Да, это все эти. Не грузится у них. В подвале сидят где-то. Кос, выходи из подвала. Даже получается в плюсе. Мне инсайт инфа пришла, что як стоит один ключ. И хук стоит один ключ, и тини стоит один ключ. Так, кто тебе там инфу такой кидает? А вот не скажу. Скажи этому молодому человеку, что не нужно писать ничего больше. Все, все, я теперь знаю, хрен я тебе отдам. Всего лишь. Один на один, нахрен мне нужен як, в минусе буду. Давайте як отдам, потому что так уж и быть. Давай. Слышь, я не отдам тебе, теперь давай еще что-нибудь в придачу к яку. Я должен в плюсе еще быть. Чё-то я в минусе буду. Как это ты в минусе будешь? Ты будешь с яком. В смысле, я тебе даю типа хук, а ты мне яка. И все. И чё, я должен еще в плюсе быть, ты же хочешь хук. Ну, так ты в плюсе и будешь, у тебя мне будет. Мне нужна еще какая-нибудь шмотка такая бесполезная. Чтобы я был немножко... А, бесполезно. То есть, скин Тини это бесполезная шмотка? Я говорю скин Тини. Вард. Ага. Что еще? Ну все, короче. Так что хрен я тебя обменяю. Меньше, чем на яка. Плюс еще что-нибудь. Да. Так, смотрим, сколько у нас зрителей. 11, сейчас рыбается. Ооо, инвокер. Дай меняться. Давай. Нет. Давай, дай мне вайда, я всех буду убивать. Не, я буду на вайде играть. Я на инвокере хотел поиграть. Ты не умеешь. Да, ты не умеешь. Я профессионал. Видишь, все хотят на инвокере играть. Давай. Нет. А у меня никого из рандомного инвокера. Чё, давай. Я типа покупаю вот так. Слышь? Вот так и... Ты чё, не буду я на Слардаре на этом давай, играть? Давай, ты твой любимый герой. Не буду на нём играть. Ладно, тогда будешь саппортом. Хорошо. Я топорик уже купил, я не могу быть саппортом. Слышишь, я тоже сейчас куплю топорик. Продавай топорик. Ну ты иди наверх, а я на низ. Ничего себе. У нас есть Хускар и Свен саппорт. А, ну ладно. Хускар. Он с Свен хочет поменяться. Он с инвокером хотел поменяться. Сейчас я ему кину. Не хочу. Чё ты так тихо слышно? Меня? Да. Ого-го, карьера купите, пожалуйста. У тебя же вон трезубец какой. Да, у меня о-о. Красивый трезубец. Ой, давайте ещё полчаса ждать, что там. Кто-то отключился. Говно. Прибавилось два зрителя. Так. Свена, дай мне Свена. А че два? А, да, два зрителя кидают. А че напускали? Слушай, у тебя что-то чат вообще не кишит никуда. Где там просто, я удаляю все. Ага, моментально, да? Да-да-да. Только вот оставляю вот ссылки всякие, они мне нравятся. А чё меня не удалил? О, смотри, написал кто-то. Это же ты. Не, а дальше написал кто-то, пацан, да, написал. Это ещё кто-то. Кто из вас? Нет, это не я уже. Да блин, я даже не успел стик купить. Быстрее. Ладно, я вниз пойду. Я вниз иду. И чё? Вот пойду на мид. Давай, иди. Давай со зрителями клосс устроим. Давай. У нас и так, по сути, со зрителями. Матчмейкинг.
как же долго. Лос. СВН вообще. Я хочу. Ну, молодец. Да. Все, давай отжимай. Вернулся. Звезда. Балета. Меня назвали диктором. Меня спрашивают, как дела? Отлично. Шифтов. Все. А чё курьера никто не купил? Я же... Так Свен же этот, саппорт. Что-то у нас не очень как-то пип попас. У нас есть инвокер, он же про. А что, зарепортите Бейна из муту, окиньте? Неадекватный подарок. Я стоплю крипов на легкой. Инвокер, какой брасер? Зачем ты брасер себе купил? Ты барабаны хочешь делать? Да-да, постом. Нет бы когти купить. Или ботинок. Это Мирана его сыграла. Сван не дает мне фармить, ребят. Я на отводы пошел. Нет. Я успею. Угу. Не успел. Что они агрессивные. Хускар он пусть били. Торнадо. Конфинити, по. Угу. Блин. Почему опять? Я не качал там фласку? Два левела бы. Что-то я зарплю. Я фармлю по-царски просто. Или... Почему ты санстрайк не давал? Ура! Я смотрел и не было вариантов. В принципе. Видел, как за мной бежал этот. Что ты? Фига, у Джиггернаута две маски. Потом дикий. Этот идет. Куда ты внутрь? Вообще что ли? Ну, мне нравится, вот они так вот играют. Сверхагрессивно. Он зато это косой. Ой, пошли в шопот. А у меня тапок есть, парень. Санстрайк будет сегодня? Кому, кому? Или ну, вон, видишь? Не пошел дальше. Ну, и чё мне? Ну да, и нет. И шо? Ну, я не убью его. Ну, ты потренироваться должен. Ну, тренировочный кинуть? Нет, тренировочный. Классно, что его сбить. Блин, нахрена они так играют? Сзади вас обходит. О, санстрайк будет сегодня? Да. Да. Давай, минус 3 санстрайк. А зачем вы фидите? Я же сказал вам, СС.
Давай, 116 страйк, копьё. Ты так вовремя сказал. Ну вот этого убей. А ну копьё ещё. Вот, блин, если б я одно копьё кинул, мы бы... Ну что ж ты не кинул? Я же говорил, что нет. Дай сон страйк, Кеб. Кеба? Так, затрали. Я не Кеба. Кеб, Кеб. Собирай рефрешер. Кеба. Вот сейчас бы санстрайк. Дай санстрайк. Иди ты нахер, я санстрайк. Ну, домой. Или ульта не этим. Ульта и зевса. Ульта и зевса? Да. Очень хорошая идея. Так, ладно, мне нужен тапок. Кто-то ушли, пацаны. Был по этот, пишет мне. Сейчас, вот я отвечаю, сейчас комок сюда. Да вот такое я был. Ну, такое. Еще, короче, маску себе купил. Ну, он по-любому в лесу сейчас сидит. На низ санстрай готовит вообще нападение. А, ты сам под нападаешь. Ой, все. Теперь я точно. Не раканули. Я, короче, еще могу хил получить. Че ж ты? Ой-ой. Сейчас опять комп летит. Может. Все, полетел. Сейчас не упустят. А, ты меня заблочил. Мне хилку, мне хилка. Иди пинай на разорвать. Этот как его? Санстрайк. Задрали санстрайками, видите, я мертвый. Там еще и умираешь. Я от нейтрала. Ну ты ра. У меня было выбора, мне дали 5 баллочек. Я иду на топ. Как с ними драться? Почему все время рандомит какую-то фигню? СВ. Ну что ты делаешь? Я умер. Санстрайк. Ну, дай санстрайк. Давай, фейсмастер. Не пошел. Ну что вы фидите? Вы надоели блин. Уже. На лайне? Стоит этот дурак, который с банка пришел туда и вообще не понимает. У нас сильный лейт, чего вы переживаете? Да я не переживаю, я просто враг. Просто враг. Я как бы... Можно. Картоха с соулрингом стоит. Просто санстрайки не убивают никого. Слабый. Смотри, сейчас убью. Санстрайк бьет 225. Надо 8 стоит. Нету возможности ударить. У нас СС. Дурак, который всех гангает. Угу. Дайте мне маску купить, я сразу вложу. У вас, короче, в топе, слышите, СС? У вас в топе, да, СС. Ну, к вам пошел. Кто, Мирана? Потом ботом. Да, Мирана. Да, они там вон этот. Ёбаный. Вон он уже хотел включать камеру. Нифига себе, этого 7-го левела. Пипец, инвокер. Конечно, гангов нет. Я вниз. Ой, все. Я ничего не могу сделать, я что-то пытаюсь. Я побежал. Чё он такой быстрый? Инвокер. Инвокер. Рак.
Ну, инвокер. Пипец, не за тавр. Ой, пипец, что ж не спутал весь такой. Уродский. Ну, минер дно. Сейчас опять прийти, стрела, все дела. Я мид гангаю. Ой, мид, господи, низ. Зачем ты его гангаешь, низ? Два саппорта ставить. Поможем, надо саппорт. Ой, все, меня, наверное, убьют. Я бегу. Живи. Пипец. Ну, инвокер не помогает. Вы нон-стоп, так как вы... Фидерам помогает, вы нон-стоп вообще. Ты инвокер 280 дэмэдж бьет. Ты вообще дикий, ты посмотри, какие ты куски выдираешь. Выдираю, блин. Блин, пипец. Ты инвокер просто качается в этот гребаный. Экзортовый. Как рак. Экзортовый инвокер. Давайте, я к вам пойду. Давай, иди, где ты? Опять. Блин. Угу. Во. Вы идете, нет? Пойдем. Какой санстрайк? Он ставр нанизу забирает. Вы видели, как я полетел? Ну, конечно, с этой, с горки-то лететь. Думал, он туда пойдет, и санстрайк такой. Понятно. Роковатый. Да, роковатый такой, пошел. Вот. Все куплю ПТ. Костыль. Ладно, я думаю, пора медас начать собирать. Ну иди сходи, вдруг там есть кто-то. Мне показалось. Вдруг прячется. Как они тебя обманули и там прячется. Че есть? У него бот вот. У меня ВР-ка с мекой. Тихо. ВР-ка с мекой? Угу. У нее, вы представляете, у ВР-ки мекой тапок. Вот это ВР-ка крутая. Че? Готов убивать? Да. Да? Давай. Я лечу. Я поймал пятибалку. Свен. Почему меня убили? Не знаю, ты где проходил. Может, это канон. Главное, что я жив. То, что у меня 1-3, блять. Это нормально. Mm-hmm. Я лечу туда на всех парах. Давай это. Я. Ай. Вешай, вешай, вешай. Там ком. Там меку еще. Ну вот она, мека вся. А кто я так замедлял вещь? Ты. Стрелами, да? Нет, ультой. Замедлятор. Как тут Свен-то вовремя появился? А Мека-то зарешала там. О, слышишь, смотри, они ждут, стоят уже. Фига себе. Сейчас вся команда все стянется, ну, я уверен. Все, надо отходить, потому что инвокер без маны. Я меня нормально. Без плюхи и без ничего. Только крипы могут пойти. Так Бен ливнул. Сейчас мы опять.
Где БФ? Во, Войт. С мама. Ну, Войт, ну поставь ульт, я тебе пишу. Чем ты пишешь? Чем ты не сказал? Не знаю, думал, ты не со мной. Я маны мало. Все обычно кадает. Войт, фармил, фармил. Ну, нравится. Нет, там Свен фармил, я саппорт. Вон там еще ВРК. Если еще Бен с ТП прилетит. Блин, выкрепал. Поставь купол. Поставь купол. Какой купол? Только... Я поставь, ушел кормить вон на них. Поставь, мы его убьем, мы тебя... Мы... Надо с ДД. Вон. Я купол первым лазом. Да, не знаю. Их, мне кажется, много там. Оба капец. О, Патма. Ебать, все. Пиздец. Нам не хватает демеджа на всякие там, я не знаю. Ну Войт, конечно, бегает саппорт сраный. Как? Ты видел, как эта мека помогла? Ты говорю, мека зарешал. Летит последняя тычка. И просто мека. Ой, да нихера не. А я говорю, вот если бы мы убили Мирану на меде, ничего такого не было. Вы не убили. Били, блядь, я говорю, и там изи. Она бы липнулась от меня, и я бы опозорился. Насрать вообще, ты бы поставил ульгмы туда санстрайк, куда бы все залетело. Что это с гоу дефу? Да ёканный бабай. Все не прощаем просто. Плюхи есть что-нибудь, ветра. Сегодня налечу, нет на нее. Да на кого-нибудь давай. Да лети. Да не могу. Лети. Ну! Ну! Я полетел! Ну да ладно. Вы че гоните, что ли? Что вы так нафидели, Тускара? Бэкать я туда. Ну, конечно, такой пик, блин, против такого. Это, конечно, надо затягивать его. Не, ну инвокер просто слабый. Подожди, мелочи, еще чуть поднять и все. Будем борода. Не командный, конечно, совершенно игрок. Где твой векс? Какие векс, баба? Мекс, Пекс, чё вы от меня хотите, я такого даже не знаю. Пекс, чё ты делал? Там отсюда, и сзади этот подман. Сейчас стрелы. Как я фармлю по-царски просто. Вот это не настоящий, это Рилус. Надо деф, чё? Деф? Да и в кого кулснет он не финиш. Я лечу убивать. Что он? Смотрите, убивай. Да ладно, ну это бред. Как так? Пойдем скушаем чай. Ладно. О, вообще долгий был. Что-то затянулся. Поставит. Я пришел, пойдемте убивать. Пошли. Мне кажется, нас связали. Ну, бегай.
strategic benefit. Стрела, стрела. Иди убивай. Ну, отмени, что ты. Что такое? Ну, встань. Сейчас так убиваю, ну видишь. Сносите, сносите. Ага. Ну что ж вы не предвидели такое? Но это было я, очевидно. Но я об этом и говорил. Двокер, где варды? Сейчас куплю, подожди. Дерево. Купил. Купил, купил, все. Хорошо. Все, нормально? Не буду репортить тебя. Пока. О, Джага, Джага. А, нет. Я у него едис. Сзади Джага. Да как связал? Да ну что? Давайте у него нет. Предлагаю у него отступать. У меня слэша нет. Братаны. Ну ты рак, конечно. Ай, господи, ты стрелы. Ну как же кукой в РД? Ну как Хускар с Момом? Ну ты чё? Чё? Ты так умираешь, блин. Что ты от меня хотел? Так, ладно, куплю себе это. Хрен с ним. Я ничего не могу сделать. Меня убивали, у меня 1-4, я не на втором не убил. Сейчас Мом, знаешь, как я буду вообще долбить? Я знаю, как умирать будет. Давайте убивайте там всех вчетвером. Не убивается никто. Я хотел со Свеном свапнуться, он мне не сдался. Ай.
слушай, ну давай. Чё ты там тыкаешь в дерево? Давайте, Дэвид. Ух ты, как поймал. Слышь, а он вытащил ее из этой пинчес. Да ладно, ничего. Да, у Бэйна 22 хп. Боже мой. Что это за тупость? Просто залета меня сразу убивает. Конечно, там БФ. Ой, хорошо. Ой, хорошо. Ладно, ребят, пока. Пистан. Я пошел. Ну, вот это вот реально читерство. Ушел, так поставился. Как же я сыграл. Я ж снова же выиграй. Так что я вообще никому никого не знаю. Он отличный купол. Где там торнадо всякие, там, метеориты. Бласты. Все там, чтобы все одновременно там было. Вот именно Void. EMP. Это хорошая связка. Ты должен там рассказ всего там давать за. Стрём, меня испугались. Где твой агоним? Инвокер, конечно. Слабый, слабый инвокер. Да. Только стилит. 6 фрагов на Че? Стиле. Я же не виноват, что они как-то вообще офигенные. Не знаю, что мне купить. В лесу у нас эти. ВРК там. Да убьем его. Кого? Бэйн. Там еще этот. Он не будет. На меня повесил этот. Посмотрите, я вообще ничего не бью. Посмотрите, посмотри, вот бью этого крипа. Все пойду в лес. А, блин, ну сейчас закончится. Вообще просто ничего. Ой, ща я. Не долетел. Давайте это. Ай, блин. Сраная потма. Где СС с мина? Не было СС с мида просто. А ну сейчас инвокер все снесет им, смотри. Ты инвокера нет, за месяц башню, блин. Вызывай еще этих, что ты не вызываешь. Спирит. Вот тау... Пи-пи... Я 1 на 6 сыграл. Заденай тауэр. А, ну ладно. Нет. А это не надо. Залайл, молодец. Смотри, сейчас умрет он. Чуть не умер. Инвокер, инвокер. Инвокер, ты рак. Ну убей ты свои садстрайки там. Давай, по-царски убей там кого. Не надо заканчивать, надо затянуть чуть-чуть. Ты думаешь, пора идти уже заканчивать, сносить им все, трон? Чего мне гоним собирать? Кстати, давай гоним в БКБ. Нет, Свен АФК сказал. А, Void 0. Ну да, Void донный, конечно. Не поспоришь. Еще стримят что-то. Я не стримлю ничего. А, ему лакри типа давай. Губу закати. Куплю себе. Уже должен давать камешку. Я одного-то за купол убить не могу. Как так? Вот так вот. Я Свену весь фарм отдал, а он не может убить никого. А я вот я этому отдал весь фарм. Хускар. Да, я Хускар. Давайте, давайте зайдем.
нет, что ли? Куда? Пошли, заходим, заходим. Куда вы там заходите? Не знаю, куда идем просто. И в нас заходит. Боже, почему я один? Да, блядь! Ладно, ребят, я пошел. Уходим. Пока, и они были в инвизе? Нет. Или что-то что? Я тихонечко иду. Это крипасы, Денай. Нет, я не могу. У меня минус один урон. Дуби, Джаггер. Не стану. Сейчас все там. Ну сейчас все встрянем. Встань, встань, встань. И мы кидаем ими. Смотрите. Сломай эту штуку. Меня заслипали. Сломайте хилку. А что, не сломали? Как вы не сломали? Сена есть. Лишь нет. У Свена урон. Бешеный. Такой бен чический, вот эта вот фигня у него первая. Если он ее повесит, то все. И да, пацан. Тоже, я просто автоатакой буду фармить. Мне уже надоел. Пиздец, один на 7. Куска. Вот тут вот она. Сейчас. Да Хускар же вообще имбовый герой, его даже в этих на турнирах не берут, потому что он слишком имбовый. Mm-hmm. Типа, никто его не берет, там. Фаерплей, все дела. Что за 1 на 7? Иди должен тык-тык-тык-тык тыкать. Шо, парни там вообще никакие. Не гонгиды заходят, вот он дело. Ну, в чем дело, и почему-то я оказываюсь в самом... Нет, только что... В пекле только что я оказался. Да, а я что, не оказался, что ли? Вы подставились просто, и мы померли все из-за вас. Нет, я не помер. Я убежал. Я молодец. Я не знаю, что там... Самый смелый. О, вот смотри, все, опять минута. Мне кажется, у них там варды стоят. Мне кажется. Ну где сентри? Вой. Вой, ну почему ты ничего не делаешь? Хреновый саппорт. Конечно, вардов. Откуда нет. Они берутся, как. Почему я именно? У инвокера нету аганима. Я даже не могу купить такой. Купи аганим, инвокер. Это отдай денег, капитан. У тебя вон денег очень много. Вот. Тайминг. Ты единственный, кто догадался тайминг написать. Кто не из нашей команды. Ты уже второй, да? Надо третий забирать. Смотрите, вот кура, кура. Только не кура. Мои вещички. Помогаем. Давайте потом. Че я смог сделать? Ну не двокер, но опять ты зафейлил. Сферу и все, и погнали. Сейчас вот тут. Все. Давай, давай, погнал. Сферу. Двокер газ. Ну инвокер, давай, все, давай, инвокер, ну. Инвокер. Инвокер. Все, кставал, инвокер. Инвокер, ну. Че вы, инвокер? Ну все Свена не было, потому что. Убивать их всех, что-то надоело уже. Ой, давай купол, короче. Давай. О, хорошо там пошла.
Да пипец, он только появился уже в этой херне. Что такое, если я еще подерусь? Давайте, ловим их. Меня бы толканул, я ж ультовать могу. Красавчик, красавчик. Пошли все сносить. 60 секунд его не будет. Давай, бегу, давай. Ой. А, я их развел. Хорош. Убийца. Ломать. Что, заканчивается? Еще никто ничего не говорил, я кидаю лагерь. Кинул лагерь. Ага, вардов все равно не отводит. Если бы ты через вексы качался, дал бы вы до лагерь. Вот где мека? А почему тауэр это? Ну вот он. Кот ворвался. Чё меня копия, ты убивай. Ой, чё тут, вот он лазит. Всё, сейчас. Давайте отступим. А то у нас Свена нет. Забрал. Короче, я на камень что же. Ну, кстати, Свен, ПКБ не надо. Вармлет летит. А чё вы оставили тут нам дракончик? Правильно? Нет, стой, кура. Иди ко мне. Сейчас я буду нормально. Драться. Да. Они слабые. Если бы у нас инвокер еще нормально играл, то вообще бы мы давно уж выиграли. Давай. Как я заявил? А я поставился. Правильно. Надо было, чтобы они не расстроились. Сейчас мне нужно убивать, потому что почти готово. Я как-то кое-как. Давай, пошли сюда убивать. Я сейчас в инвизи зайду, я вам говорю, с такой. Вей. Ловлю его. Вот инвиз. Да ладно, я убил. Все поближе. Чувак, блин, помогите, плей. Ой, инвокер нарезает. Ну плюх. Что-нибудь. Ну кол снайп, там я не знаю. Что-нибудь. Форстав и все. Что он там спит? Убегайте. Он опять ветра. Ну куда ты так? Слева бы бежал. Это не все. Ну инвокер вообще просто не очень. Я хер ловню эти герои. Ты что, напился что ли? Я не знаю, я давно не шпилил на этом герое. Че ты ржешь? Я хотел на бласт. Да я сам я эти комбинации не помню, у меня по этой идет. Не, я помню комбинации, но что-то я засыпаю уже сижу. Ну да. Что-то пинг начал еще. Не, пинг нормальный, все нормально. С этим все дела нормально. Блин, опять еду. Пипец, короче. Чувак, уже 12 ночи. Вот смотри на Хускарова, у него хватит. У нас пол второго. Да. Я нормально, я вообще-то отыгрываю более-менее. Да я вижу, как отыгрываю. Просто у тебя такой герой. Двух трех. Я не знаю, что это говно достало. Блин, это вообще не герой. Давай, давай, Кейт. Все нормально. Давай, мести их, мести их, мести их. Досталось, блин. Какой это вообще этот Хускар? Не, он, конечно, можно им играть. С него играть с всякими там раками, новичками.
Подходит для нас. Сейчас я на Бэйна могу. Все в копию, молодец. Все в копию. Море, хей. Че, драка будет? Хорош. Хорош. Давай там всех убивать, ребята. Блять, мне все, я меня посадили. Меня зажали там. Пацаны, пока. А, два в одного, нормально. Все, хоть не туда. Треки мы левой производим. Radiant structures are fortified. Так, бежали, бежали, бежали. Отлично, да. Убиваем. Мастер. Хилка, это хилка, вот тут разбейте хилку. Как там разбить хилку, если я не подойти? Я на базу схожу. Ой, вот я рак. Ладно. Да ладно, я убиваю почти. Давай, кастуйся. Блядь. Да. Просто все раскастовал. Кастую, давай. Давай, что-нибудь. Я без ар... без дамаги вообще. Побежал. Надо было хускару кидать. Вау! Боже, Церина. Просто давай. Не прощаю. Просто не прощаешь. Ушел на нас. Смотри. Че ж ты не уходишь? Рак. Все, сейчас смотри, БКБ делаю. Делай. Просто ребята не устоят. Свен с Тараской. Лучше бы собрал бы. Сейчас смотрите, они дотянутся, они получат. У нас еще бараки не снесли ни разу. А даже что Т3 ставят. Просто не знаете, какой у вас инвокер скилловый. Вот. Они сейчас доиграются, если они не будут. Сейчас а? Раскликаются. Сейчас я раскликаюсь, и ты. Там чё? Там, блядь. Сейчас я куплю себе дозоль. А там этот тускар плохо не знаком. Нам надо дамага пробивать, вот дозоль я буду пробивать. Какой дозоль? Ты чё? А чё мне делать? Возьми хекс какой-нибудь, не знаю. У тебя хекс этот. Давай хекс и давай, даггер. Хекс, кого? Даггер. Давай хекс. А, ну всё, там минус этот. Сларда. Да ну ты шиф от Сларда. Так. Срак, он ходит один и отдается. Пойду тоже повторю. Сейчас покажу, как надо днем убирать. Пойду всех убью. Зачем дать мою любовь? Давай, ветра, ветра камень. Потом плюха сразу. И все. Так, давай, ты меня. Ты меня блинкуй туда, короче, в замес, инвокер. Угу. Я, короче, всех буду убивать. На Войда вешай еще орлак. Ну что а, ты так меня под дерево? Я не могу разбудить. Зачем ты меня под дерево? Короче, вообще без силы. Нет, ты хилку кинул. Ой-ой-ой-ой. Ой. Минус инвокер. Ой-ой-ой. Ой, блядь. Стрела видел, как исчезла? Я побежал. Все нормально, это так надо. Что мне сделать? Инвокер байбек, давай, кастуй, Вася! Хорош. Вот инвокер. Спасибо. Эй, я не хочу тут ставить, мне надоело. Это БКБ. Уходи. О, все, Хекс. Ну форстав. Форстав. Нету форстав. Ну форстав. Да нету. Свен, Свен, станчик, станчик! Ну форстав.
Почему у тебя нет форстафа? Блаз, да? Плюху, курьер! Что ж ты плюху-то не сделал? Инвиз! Плюху сразу! Коронный инвиз. Пиздец, у него ни разу Аллах ведь не накинул. Да я кидаю. Напиши, а как же крипы? Я врываюсь с купола. Все, я пошел. Пошли. Врываться, убивать. О, все, пошел. Лакрити. Инвокер. О! Понеслась. Плюха есть? Ну а что ты ничего не кинул у них? А плюху? Да, смотрел. Трамп, плюху. Сразу плюха. Плюху. Лучше ой, да, форстав. Санстрайк. Ебашим. Ой, стрела. Бам! Помоги. Вот как? Что их так много? Тихо, я рядом. Хорош. Смотри, а чем мне так бояться? Ну как задеф или баракет. И крипов люди еще. Ты как я раскликался вообще, царь. Ладно, под ульту джаги, а не подставляться. Да ладно, то форстаф из его ульты и все. Все. А кстати, этот как его, ульта Юры работает в этом, в куполе? На, собака, беги. Или как раньше, там он очень медленно так прыгает. Понятно. БК-БК? Собрал лучше БКБ, вообще БКБ и МОМ. Он бы всех бы порвал. Да-да-да. Давайте фармить все одни. Знаю, я собрал. Так, чувак, я первый вот сюда вот сейчас прибегу. Я кидаю просто покидай на пацана. Слышь, ну чё, давайте... Пошли на Рошана. А тайминг там был. Да, ну он уже давно, 5 минут как стоит. Пошли все вместе забежим, и сейчас Тускар кому. Ну ладно. Инвокер варды бы поставил. Пацаны нас видят. Я да я не могу выйти все равно. Помоги. Не могу. Ну, где все? Я ухожу. Меня заслипали. Ну, я во сне. Что-то инвокер раканул. Зачем ты тут стеночки все время ставишь? Спасибо, это очень хорошая штука. За тобой никто не бежит, они все Рошана бьют. Пацан хочет просто без БКБ выиграть. Там под хиксами, говорит, кидай на меня лакрит, я типа выиграю. Кинул лакрит, пацан умер. Шанс такой. С БКБ намного было, он просто как бы. Ну, ПТ на ману из это. Что мне? Я давайте, дефти. Конечно, дефти. Сейчас 30 секунд надо только подефтить как-нибудь. У меня купол бы. У меня армор забрали. Нет. Пошли мы нахуй. Я тебя накинул в лагерь, братан. Ой, сыр. Ой, бей что-нибудь. Опа. Вот и все. Ну, не минус дамаг.
Медарак сломали. Да ну чё? Как так? Нет. Нет, 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 нет. Что он рак, отвечает? Почему он БКБ не купил? Я не понимаю. Смотрите, у них Джаггер ливнул, у нас появился Шен. Да не, не ливнул, вроде. У меня написано, что ливнул. Ну, это я. Во сне, может, он был. Может быть. Инвокер не затащил, как сказал бы Ромас. Да, да, ну а да. Чё, как можно Свену собирать Траску вместо БКБ? Лох, просто лох тупой, просто лох. Короче. Инвокер виноват, да? Да. Репорт. Он, походу, 601-ю победу, я так и не сделаю. Репорт Инвокер. О, мне дали какую-то штуку. Вот. Сундук. Почему? И мне такую дали штуку. Не, мне другую дали. О, слышишь? Кому дали? У меня есть такая наугра. Какая у тебя, как у меня или как у... Такая же. Дерево. Как у тебя. Пойду, пойду я делать уроки. А, да, тебе еще писать. Пойду посмотрю серию и спать лягу, наверное. Ну вас нафиг, эти ваши стриминги. Ну как бы там две минуты был дилей. Да-да-да. Ты теперь не отмажешься. Ну ворды я не полили же. Ага, которых не было. Так, можно досмотреть наше поражение. Вот замес тут решающий сейчас. Да, я там такой станцию передал. Свен Хекс, ульта Бейна. Смотрите, смотрите на Свена. Все внимательно смотрим на Свена. Вот, ну, пожалуйста, смотрите. Смотрите на Свена. Пацан бежит. Бежит пацан. Начинает Хекс. Бить. Хекс, ульт. Ой, пацаны, пацаны, у меня же Тараска. Тараска хили. Капец. Инвокер лох. Можно в 4 керри не выиграть игру. Да. Это же... И пацан пишет разумные слова в чат. Ты Днина, ясно? Ну да, без БКБ не выиграть Дота. Дебил, фармил на Тараску. Как можно вообще собирать Тараску вместо БКБ? Вот. Рак. У него рак мозг был. Ну ладно, надо спать идти. Хотя не, я пойду посмотрю серию. Давайте, пока. Всем пока. Ну ладно, сегодня все. Всем пока.